Всім привіт, я Марія Кондратенко, мені 20 років, я співачка, актриса серіалу «Школа», блогер, та це моя друга сторі на «Голосі країни». Після мого виступу на сліпих прослуховуваннях глядачі дізналися, що я в першу чергу класна співачка. Вся моя аудиторія просто вибухнула, всі почали репостити запис мого виступу, всі почали писати коментарі. Машонечка, ми дуже сильно тебе любимо, дуже віримо в тебе. Мільйони цьомчиків! Привет всем, я Юрлан Байбазар, я таксист из Алматы. Выступил достойно, что было миллионы просмотров на Ютубе. Я счастлив, что нахожусь здесь, об этом я всю жизнь мечтал. Быть с Машей на батле – это непростая задача для меня, потому что она звезда сериала «Школа», звезда Инстаграма. Ну и я простой парень из Казахстана. Ми співаємо один із найромантичніших хітів Монатіка, та на цьому тижні на цю пісню вийшов кліп і вже розірвав Ютуб, отримавши майже 3 мільйони переглядів. Ми абсолютно повністю поміняли пісню, яку він посвятив своїй жені. Ірлан, будь дуже обережним, бо така опасна дівчина в тебе в парі. Це самі головні бої епохи. Либо все, либо нічого. Зустрічайте, таксист з Алмати Ерлан Байбазаров. Этот етап для мене, наверное, важнее всего. Мені нужно доказать то, що я могу состояться как музыкант, як артист, щоб всі мною гордились. Очень талантливый музыкант. Я дуже хорошо помню. Актриса і блогер Марія Кондратенко. 7 років тому, коли брала участь у «Голос діти», я дійшла до фіналу. В цьому сезоні я просто не можу здатися, та взагалі у мене така ціль – виграти цей «Голос країни». Бийтеся! Не переживайте, пойте, все клас. Все круто, ребят. Красавчик. Пока ты спишь, я нам все тише. Осторожно, чью. Ой, как хорошо они, да, здесь? Улыбаешься, значит, видишь счастливое. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. А ты сильно красивая. Он прям как по-настоящему говорит. Так радуюсь сильно, так радуюсь сильно. Все, что слышно, это только дыхание. Только по-другому все. И слышать хочу и без и в сознании. Я ловлю себя на мысли, ты тот, вызываешь зависть, мать, что же так? Я рад, так рад, так радуюсь сильно, такая сильно красивая. Офигенно. Очень круто.
Отримали нагороду за найромантичніший дует. Как теперь усидеть? Я не знаю, ребята, вам стоит реально волноваться. Молодці, молодці, ви зробили все, навіть більше. Браво! Дякую, мені дуже приємно. В такому приємному гіпнозі зараз нахожусь, в восторгі. Спасибо, Потап, Настя, за вибір цієї пісні. Я радуюсь сильно. Вже ми з вами теж разом доспіваємо, так? Ответственность. Давай, Дима! Облака наверняка рисуют рожицы. Пока ты спишь, я смотрю тише, осторожничаю. Ты улыбаешься, значит, видишь счастливые. И я, и Ерлан. Я рад, так рад, так радуюсь сильно, а ты сильно красивая. Красиво Маша поет. Очень красиво. Ерлан. Когда красиво, классно, но для тебя это опасно. Потрясающе все, что происходило. Спасибо за эту магию, за эти чувства сейчас. Ерлан, ну, истинный мультиинструменталист. А вот Маша, например, сегодня неожиданно для меня открылась вокально. Спасибо. Я отдам свой голос Ерлану. Я реально переживаю. Как мы вами гордимся, какие вы молодцы. Браво. Как вы прожили эту песню. Вы вышли и просто разорвали. И все приумножили, да, в себе. Да. Все сделали больше, больше, больше. И от этого нам хуже, хуже, хуже. Потому что нам выбирать, выбирать, выбирать. Но, Маш, ты вообще просто... Ты какой-то ангелочек. Ты была вот тем образом, для которого пел Ерлан. Вот той девушкой, которая поет, тем сном. Я открыт для тебя, малая. 24/7. То, что ты делаешь в интернете и сделаешь сейчас на сцене, нужно соединить и дальше тебе помогать. Всегда открыт для тебя. Ерлан идет дальше. Ерлан, продолжаем боротьбу за перемогу в голосе. Я не знаю, что я сейчас чувствую. Я сейчас хочу, чтобы Маша прошла дальше очень сильно. Дан, укради девочку. Блондиночка. Тебе же нравятся блондинки, мы же знаем. Дан Балан, может, возьмет? Я думаю, Тина не заревнует. Крадіжку розпочато. Марія Кондратенко сідає на місце, на жаль, Нурсултана. Фармадол – таблетки від головного болю.